Егор Борисов принял участие в пленарном заседании первого международного форума «Энергия для глобального роста». К участию в форуме, который проходит в эти дни в Москве и Санкт-Петербурге, приглашены представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. Были названы новые направления, более востребованные в нынешних условиях. Это речь идет не только о традиционных видах энергетических ресурсов, но и более, так скажем, новых направлениях, которые связаны с возобновляемой энергией. В частности, энергия ветра, энергия солнца. И Якутия здесь имеет свое уже начало. Заложили мы использование этих видов энергии в нашей жизни, в нашей экономике. Поэтому мы очень заинтересованы в этом, тоже слушали те или иные высказывания, которые были озвучены в недрах этого форума.